Всем привет! Ребята, мы впервые открываем онлайн-курс по изучению каббалы в Израиле на русском языке. Что такое каббала? Каббала – это учение о скрытых силах природы. Мир, который мы наблюдаем, находится во мне, а не снаружи. Хотя я ощущаю его как нечто материальное вне меня. Что мы знаем о нашем мире? Информация, которую мы получаем, поступает к нам через 5 органов чувств. Но мы постигаем не саму информацию, а то, как наши органы реагируют на нее. Кошка, собака, которую я вижу, сначала входят в меня в виде информационных волн. А затем наш мозг преобразует эти волны в голограмму. И мы видим всевозможные объекты, которые находятся вне нас. Таким образом, мир является субъективным ощущением человека. Мы раскрываем его в наших ощущениях относительно лишь себя. Что же на самом деле существует вне нас? Каждому важно знать, в какой реальности мы существуем. Как устроен человек? Что им движет? Почему он страдает, радуется, любит? Кто такой Творец? Какова цель жизни человека? Все это мы будем с вами изучать на курсе. Курс включает еженедельную встречу с преподавателем на вебинаре, где вы сможете задавать любые интересующие вас вопросы. Жду вас на курсе, жду ваших вопросов. Я уверен, что это будет увлекательное путешествие для вас. Впервые в интернете онлайн-курс «Изучение каббалы» на русском языке. Узнай подробности прямо сейчас.